Їх називають лікарями усіх хвороб. Робочий день у них починається о 8 ранку, а закінчується теж о 8, але вже наступного дня. За цей час вони можуть і тиск виміряти, і життя врятувати. І все це про фельдшерів швидкої допомоги. Сьогодні я на собі хочу відчути, як же воно бути фельдшером. В цьому нам допоможе бригада номер 2 швидкої допомоги. Ходімо! Юрій працює фельдшером вже 12 років. Бачив різне, як народжуються і як вмирають. Та жодного разу не пошкодував про вибір своєї професії. Йдемо, приймаємо зміну і за роботу. Це вже не робота, це вже більше образ життя. Ізначально я поставив собі ціль працювати на скорій допомозі. Чому? На скорій допомозі фельдшером. Свій перший виклик пам'ятає до сьогодні. Була бабушка з острим інфарктом міокарда, яку ми доставили сюди, в кардіологічне відділення. Це був самостійний визов без доктора. Робота у Юрія важка та цікава, а часто буває із ризиком для життя. Ризики, так, да, це п'яні наркомани. С алкогольным дилерием зачастую, которые бросаются и с ножами, и с кулаками, и со всем. То есть бывают, зачастую ездим на те же алкогольные дилерии с сотрудниками милиции, потому что самому не справиться. Бить мы не имеем права больных. Больной молодой человек с психозом, в алкогольном опьянении, пытался наброситься, разбил дверь. Да, ну там тоже совместными усилиями, с помощью его родителей скрутили его и ждали сотрудников милиции. Бывает непроходимость дорог, не можем доехать до вызова, приходится идти пешком, также нести больных. Бывает сломан лифт с 9 этажа нести больного вниз с весом за 100 кг. А бывают и безглузді виклики. Зачастую это бывает ночью с температурой 37,5, в 2 часа ночи вызывают скорую или же давление 130 при рабочем 120. Или же просто бывает вызывают для просто поговорить, пообщаться. В Корабельном районе одна бабушка, которая вызывает скорую помощь для того, чтобы как бы ее доставили домой. Жалуется на улице прохожим на то, что ей очень плохо, она задыхается. Но этого у нее нету. Она и добрые люди вызывают скорую. Бабушка, как бы уже ее все знают по фамилии, ее знает и милиция, и скорая помощь. Да, то есть бабушка в скорой помощи не нуждается, но прохожие думают, что ей плохо, и вызывают скорую помощь. Скажите, обслужить вызов бывают же разные, да, это нужно поставить какой-то диагноз, да? Вот что для этого необходимо? Не просто же сумка с лекарствами, с медпрепаратами, у вас есть еще какие-то аппаратуры, инструменты, носите вы с собой их на вызов? Да, есть у нас электрокардиограф, это первое. Тот же фонендоскоп, аускультация больного, тонометр для измерения давления, пульсоксиметр, глюкометр для определения уровня сахара в крови. Все необходимое есть для определения и для оказания помощи. Среди пациентов же есть и бабушки, и детки маленькие, и всякие, и мужчины, и женщины. С кем вам вот легче работать? Лично мне легче работать с детьми. Почему? Нахожу общий язык с ними. И укол можете уговорить поставить, они же плачут. И укол ставим. Проводим, как бы, подходим к ребенку с такой стороны, что находим общий язык. Скажите, а покушать времени хватает за сутки? За сутки? Бывает нет, бывает срывают. Во время обеда. А какое вот на вашей памяти, да, за 12 лет рекордное количество вызовов было в сутки?
Было примерно до 100. До 100 вызовов в сутки за это на 4 бригады 100 вызовов. А сколько времени вот длится вызов? Или это зависит от болезни? От... Все зависит от диагноза. В среднем вызов на тот же гипертонический криз примерно около 30 минут. А вообще в бригаде сколько человек? Вы зависите, сколько у нас человек? В бригаде водитель, младшая медсестра и фельдшер. То есть младшая медсестра помогает, да? Младшая медсестра, да. Это правая рука фельдшера. А в чем она вам помогает? Помогает во всем. Скажите, вот работа у вас, да, нужно вставать ночью. И зимой, и холодом, и летом. Как быстро встать и привести себя в порядок, осознать, на какой вызов вы едете? Это же, наверное, очень трудно. Ну, встать, во-первых, здесь практически уснуть невозможно. Никто не спит. Если где-то и придремал, то за секунды ты уже стоишь наготове. Были роды, родила девушка в машине, в маршрутке. Забирали ее из машины, из маршрутки пересаживали и отвозили в роддом уже с родившимся ребенком. Благодарность зачастую, да, бывает. Благодарность бывает, и больше всего это от бабушек, которые, особенно от одиноких, которым некому помочь, родственники далеко. Перш ніж розпочати роботу, фельдшер швидкої має прийняти зміну, тобто перевірити наявність ліків та медичного обладнання. Сьогодні допомагати фельдшеру та виконувати роль медсестри буду я, тому, безумовно, маю отримати певні інструкції. Значить, зараз, якщо поступає визов, ми з тобою їдемо на визов. Ти якби будеш проходити курс молодого бойця, так називаємо. Приїжджаємо, я тобі говорю, що робити, ти робиш все по указанням. І ось він, перший виклик. Скоро. Причина – отруєння невідомого походження. Треба поспішати, адже за вимогами швидка має дістатися до місця виклику за 10 хвилин. Під час зйомок нашому режисерові стало погано – алергія на лимонад. Мені довелося допомогти Юрію зробити укол. Закрывай колпачком. Мочевую ваточку. Даешь мне ваточку, даешь мне шприц. А воздух спускай? Я сам спущу. И жгут. Дышать немножко легче становится. Не сильно жарко? Не горячо? Не, нормально. Нормально, хорошо. Еще немножко. Зажимаем руку. Зажимаем и держим. И снова выклик. Треба ехать. Виснажена та втомлена, я повертаюся додому. Зате тепер я вмію допомагати фельдшеру робити ін'єкції та супроводжувати його на викликах. А ще я зрозуміла, що бути фельдшером – це непросто.
Так когда приезжаешь на вызов, оказываешь помощь больному и видишь явный результат, что больному стало легче, стало намного легче, когда он начинает улыбаться со словами благодарности, и ты понимаешь, что это, что ты нужен кому-то и твоя работа ценится.